Государственный нефтяной фонд Азербайджана в июле реализовал иностранную валюту на сумму 515,5 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте структуры. Это на 38% больше предыдущего месяца. В целом госнефтефонд за 7 месяцев 2020 года увеличил продажу валюты на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что составило более 4,5 миллиардов долларов. В этом году предполагается реализовать иностранные валюты на сумму более 6 миллиардов долларов, сообщает фонд. На сегодняшний день госнефтефонд является главным источником продажи иностранной валюты. Самира Заева, CBC.